Развитие рынка кибербезопасности. Доклад о защите неприкосновенности частной жизни выпустила некоммерческая и неправительственная организация по правам человека Amnesty International, сообщает News CryptoCoin. Бывший руководитель службы безопасности в Фейсбуке Coinbase Райан МакГин в своем докладе объясняет, если биткоин-сбережения взломают, команды разработчиков обеспечат точными временными метками и сообщат методы, с помощью которых было совершено преступление.